Не, постой, мне надо, чтобы он это сказал. Без этого это... Давай. Super Meat Boy! Охуительно. Let's go! Значит, ребят, всем здорово! Продолжаем играть в Super Meat Boy. Вторая часть? Господи. Йо. Госпиталь. Ой, я уже забыл управление. Блять. На самом деле, тут если промолчать, да, ну замолчать, то можно вообще все что угодно пройти. Просто должен сказать, короче, должен. А как тут? Бля, я тут песня пиздата. А почему, чё мне там касается? Да как? Там ничего нет, вы понимаете? Потому что иголки, да, вот эти вот спидозные, они снизу. А я не касаюсь ничего. Но они снизу сверху. Сейчас вот это последнее я пройду. Сейчас вот после вот этого пройду точно, смотрите. Сейчас вот еще одну попытку и все. Сейчас вот еще одну. О, я сказал, еще сгорит Ай плюс. Я понял. Чё так легко, боже. А чё им тут делать? Я понял. Он почему-то первый раз подкидывает лучше всего. Все забрали. А с плюсом. Пока. Я понял.
Я понял. Я просто все на шифте прохожу, за это тяжело. Сейчас у тебя без шифта. Все забрали. Еще А с плюсом, ребята, вы че? Я понял. Ребят, что тут трудного? Вот я не понимаю. Я понял. Как мне тут, я не понимаю. Я случайно. Надо лечь, надо быстрее всех быть. Я понял. А куда мне? Кого мне? Зачем мне? Я понял. Я понял. Я дам. О, блять. Не представляешь, какой здесь охуенный музон. Я вот отстал, я не понимаю, как я так умудряюсь вот так вот проигрывать. Я понял. Я не понял. Вот почему-то мне кажется, что в этих отношениях я женщина, потому что... Ну, потому что от меня только красная. Мне хочется плакать, честно я вам говорю. Почему я решил сыграть в Super Meat Boy? Фух. Надо было посмотреть, сколько там этих. Я понял. Хорош. Как я до него достал? Ты можешь быстрее, не знаю там. Сейчас я на карту, в итоге там будет уровень, где они просто будут. Пиздец, какие они быстрее. А что мне здесь делать? Дополнительный уровень, да? Ты кто? Убей его, давай. Не бой, давай убей его. А типа он друг? Jill from Minty of. Можно один вопрос? А как? Я понял.
как? Я могу типа двойной прыжок сделать или что? Я летаю, что Super Meat Boy! Просто без слов, я не промолчу. Восьмой. Опять бы это говно заново проходить. Я почти успел, кстати. Я забыл, я не забыл. У меня еще локоть болит, потому что... А что мне тут делать, я не понимаю. Я живу, ладно. Все, я это больше в жизни не сделаю, давайте быстрее. Не! Вот мне вот хочется плакать, вот честно, вот я вот сижу. И просто у меня вот дар речи теряется. Про. А я не могу сильно стучать, потому что у меня рука вся в царапинах, и мне больно. Хочется, честно. Давайте. Что? Грид А с плюсом. Блять, я старался. Угу. Я могу так лучше вот так сделать. Жестко, жестко. Сделать жестко. И все, готово. Это легко. Ненавижу, ненавижу эти уровни. Давай. А можно еще, я не знаю, там ракеты, чтобы меня стреляли, я не знаю, там. Нет, нельзя. А почему? Раз мы таким вот
способом пытается меня убить. Я понял, я рот все закрыл. Ну что, друзья, кстати, будь здоров, самому себе скажу. А могу здесь персонажа? А не, нам нужно... вот этого собрать. Не знаю, как они здесь. Блять, я даун. Эти, лекопластыри, короче, блять. Блять, да как? Лично нужен был для как раз лекопластыря. Да ё-моё, ты можешь прыгнуть. Он как таракан, понял? Смотрели, Супер Мит будет это таракан. А как? Ну нахуя ты, откуда ты, блядь, взялся, хуйло? Хорошо, давай подождем. Я тебя сейчас пройду? Нет, я не пройду. Ты, блядь, гуманоид или что, нахуй, я не понимаю. Я сейчас нахуй возьму и буду ждать, мне похуй. Я сейчас буду ждать. Ай, блядь, да я же нахуй. Ну я же ведь еще и засейвился.
что такое? Я понял. Они на время. Куда нам идти? Я же, блядь, даун ёбаный. Я не могу спокойно уровень пройти. Ага. Давай, давай. Я помню как. Блядь, я ж пытался. Или нам на стрелочке еще нажимать? Давай, 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 давай! Блядь, ты еблан? Я понял, подождем. Я так раздражаю, на самом деле, блядь. Фу. Еще о чем? Там он слишком хороший прыжок делает. Я даун, я даун. Даун. Вот он даун. Блядь, ну думаешь, что нахуй не будешь так, блядь, резко в эту хуйту, ты же, блядь, не еблан, ты не тупой, ты видишь то, что там лазер. Какого хуя ты тогда, блядь, прыгаешь на него? Я понял.
Я, блядь, я даун. Босс. Наконец-то босс. А я вернуться в начало. А я могу? Да. Блять, ну вот ты нахуй можешь отпрыгнуть от стены, я же нажал пробел. Я сейчас сбешусь и возьму геймпад. Буду на геймпаде играть. Я не сдамся. Я не буду сдаваться. А вот там что делать, вот, если вот так вот тяжело? Да вот честно, хочется сдохнуть! Нахуй я, блядь, лучше бы свой ебальничек закрыл. Да и нахуй, иди, ну нахуй я ты там, блядь. У меня большой палец болит от того, что я нажимаю пробел. Бедный пробел, бедная мама этого, блядь, сперматозоида летучего, блядь, этого. Потому что, блядь, ей, наверное, столько всего пожелали, блядь, смерти, нахуй, 500 миллионов раз, блядь, чтобы ее нахуй сын, блядь. Я не знаю там, блядь. А почему я знал, что это сын? Может, это дочка? Если дочка, то это вообще пиздец. Она морально столько унижения не выдержит. Столько оскорбления. Я, блядь, сейчас нахуй, я не знаю. Попал в дырку впервые. Впервые попал в дырку. Ты куда? Ты даун? Я не могу запрыгнуть к ней. Блять, создатель игры нахуй, я не знаю там, блядь.
кто создал эту игру? Вот нахуй. Я не знаю, тебя, блядь, отпиздили, тебя, блядь, родители пиздили, что ли, блядь. Почему я, блядь, в такие игры играю? Сначала Cuphead, потом, блядь, Super Meat Boy. Я вообще еблан, что ли? А потому что других игр я, блядь, не знаю, нахуй. Такие вот. Что были пиздаты и... Наконец-то, блядь. Ну 24 секунды, за 24 секунды ты нахуй пойдешь. Иди вот, блядь. Он сзади тут девку пихает куда-то. Убей его. Блядь, убей его, я не знаю там. Так я сам, блядь, весь красный, нахуй. Я когда умираю, я из крови весь. Ты что, должен бояться крови? Воды должен. Что еще такое? Блять, чё? Я понял. Ай, это гонка. А, и типа он просто вот так вот катается, это гонка, я понял, что это. Ну это и так, кстати, уже тяжело. Пока. Блять, почему я свой рот нахуй не закрою сразу? Блять, вот это кусок говна. Я не могу, мне больно. Больно, смотрите, просто вот мне... Блядь! Блять, вообще ебано, как я тебе плюсы заберу? Упаду это, блядь, животное, нахуй. Почему я, блядь, не могу спокойно... Блядь, дайте нахуй за чудо, пойду, мне похуй, я даже в это вылезать не буду. Самина-мина, вака-вака, Lokis, Fergo, I don't need somebody to lean on. Let's go. Я вроде выпил. Поэтому мне сейчас будет легче играть, потому что да. Потому что я выпил, потому что я хотел выпить что-то, не знал что. И взял снова чудо-йогурт.
Блядь, давай нахуй я буду просто ебало ломать тут нахуй. Давайте вот нахуй твои зубы, блядь, выйду и ебало это ебано. Понимаете, я даже когда, блядь, играл нахуй, блядь, капкет, у меня... Никогда ни на кого не было настолько прям, что я прям настолько злой, никакой пути не было. Вообще ни на кого прям. Ты еблан, блядь, ты можешь прыгнуть два раза нахуй! Я понимаю, я туда прыжок делаю. И, бля, сушка нахуй. Я вот даже на эту хуйню запрыгнуть могу, блядь, я на... Блять, да ты можешь нахуй прыгать! У меня реально сил нету. Блять, я же залез на него, нахуй я его снял. А, блять. Блядь, там конец уже. Там уже конец. Очень так уж все и плохо. Там уже конец, мне просто нужно было крюк забрать и наверх подняться. А я забыл. Blokies, Paragon, we need someone, you know. Blokies, Paragon, I want you to money, you know. Blokies, Paragon, we need someone, you know. Blokies, Paragon, I want you to money, you know. Да я в ахуе буду, знаешь, если я вот эту хуйню, которая сейчас напиваю себе. Мне за нее авторское право, я знаю. Иди нахуй, пидорас, хули ты смотришь. Блокис, фаргона, нитса, мандалина. Блокис, фаргона, нитса, мандалина. Это, блядь, я просто хочу показать, насколько нахуй надо быть, блядь, генератором, ёбаным, блядь, и пройти, сука, мидбол. Понимаете, это же, блядь, только второй босс, сука, я, бля, я не знаю, что будет последний, это вообще пиздец, блядь.
нахуй, блядь, умру быстрее, чем, блядь, приду. Нахуй, мне еще. Рука пиздец болит. Блядь, там два ключа надо было, там два ключа надо было. Там два ключа надо было. Блять, я не знаю, я нахуй, я просто, блять, я, блять, повешу сейчас нахуй. Прям здесь, прям сейчас, прям, блядь. Потому что это пиздец, а не игра, нахуй. Понимаешь, когда ты играешь в игры, тебе, блядь, должно быть, как бы, ну, заебись. Тебе должно быть весело. Ты должен радоваться тому, что ты играешь. Ну я нихуя не радуюсь вот этой вот говну, блядь, которая нахуй ползет, блядь, плывет, я не буду, мне настолько при... У меня еще почки болят что-то. Я сейчас срать хочу, ну что за пиздец? Нахуя я так прыгаю, как ебалой, блядь? Куда я? Я срать. Для вас прошла секунда, для меня вечность. Я посрал. Ай-яй-яй. Продолжаем. Ай-яй-яй. Опять на лоб упадет. Блять, там это... Там блок, я бы не в голову ударился. Я бы сейчас прошел уже игру. Ну, не игру, я тупой.
пошел. Уровень. Я беру, блин. Что-то размечтался я игру проходить. Реально, лучше умирать, чем там. Я вот без Даши, без Даши. Я же попробую без шифта, без шифта. Ну сейчас вот так вот, давайте с шифтом. Остальное без. Где следующий? Хорошо. Будь посередине. Он мне должен посередине быть. Все! Наконец-то! Мне тут написали, позже отвечу. Ё-моё! Чудо, спасибо. Кто там? Ты что думаешь, блять, убей его. Найди, не знаю, сломай его. А, слушай, мы ж... Давай его. Блять, убей его, нахуй. Убей его, нет. Нет, убей его. Ударил с ноги. Этого, кинь в него. Кинь в того. С ноги. Вот. Не, мне его не жалко. Я промучился слишком жестко. Ну и хуй с ним. Видишь, он... Надо было вкинуть в этого. Бил. Что это такое? Могилка? Chapter complete, yes! Ребята, спасибо, что смотрели вторую часть Super Meat Boy. Скоро выйдет третья часть The Cell Factory. И, конечно же, Super Meat Boy! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, до скорых встреч, всем пока!